Привет всем, меня зовут Аня, и в этом видео мы вместе с вами приготовим тилапию на пару в мультиварке вместе с овощами. Итак, для рецепта нам понадобится мультиварка. А в мультиварку нам надо первым делом залить литр воды. Литр у меня отмерен в бутылке, мне так удобнее всего. Сверху мы ставим чашу для приготовления на пару. И в нее закладываем все, что нам нужно. Это 2 филе тилапии. Ко всему к этому добавляем морковочку, примерно 100 грамм. Брокколи замороженные у меня. Если у вас есть свежие, прекрасно, делайте свежими. А сверху на это мы еще добавляем цветную капусту. Уплотняем. Закрываем всю эту красоту крышкой. И вот как это все выглядит. О, все приготовилось отлично, надо сказать. Выглядит все замечательно. Наши овощи сверху, но наша рыба внизу. Я хочу проверить готовность именно рыбы. Полностью разварилась цветная капуста. Брокколи отрывается само. Морковка полностью разварилась или распарилась, не знаю, как лучше сказать. Рыба нежнейшая, просто нежнейшая. Берем немножко овощей и пробуем. Могу сказать, очень советую вам приготовить, если у вас появится когда-нибудь мультиварка, или если она у вас есть. Не ждите ни секунды и приготовьте себе это замечательное блюдо.